синий угол. Добро пожаловать, боец, представляющий Азербайджан. Дамы и господа, встречайте по прозвищу Маугли Сабит Сабитов. To come to Moscow and give a great fight, and it's my first time, and I'm looking forward to meet all my fans and see how the fighting spirit in Russia is. So, and now for this fight, okay? We'll be a little bit further in preparation. Sabit Sabitov also be a little bit further in preparation in life, and he for sure know the tactics how to fight with Badr. And we'll see it on 25th of May if it's true or not. But as I said before, it is a fight, so anything can happen. Thank you.
And 25th of May, come see the legend fight. Come see Badr Hari knock out Sabit Semedov. May 25th, the legend in Moscow. Be there or you will miss a great show, a great fight, and a great atmosphere. Ему 28 лет, рост 183 сантиметра, вес 96,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 86 боев, 74 победы, включая 33 победы нокаутом, 11 поражений при одной ничьей. Дамы и господа, двукратный чемпион мира по тайскому боксу, чемпион мира по версии KOK 2010, четырехкратный чемпион Европы и финалист мирового гран-при K1 Лас-Вегас. Дамы и господа! Представляющий Азербайджан Сабит Маугли Саганов. И его соперник красного углу. Бойцу 28 лет, рост 196 сантиметров, вес 122,4 килограмма, с профессиональным рекордом 111 боев, 100 побед, включая 88 побед нокаутом и 11 поражений. Чемпион K1 в тяжелом весе, двукратный чемпион из Showtime в тяжелом весе, дамы и господа, представляющий Майк Чима Сертан, сын Марокко, Падар Хари. Что определяет статус турнира? Вложенные деньги – раз, статусные бойцы – два, интрига – три и история противостояния, если есть, четыре. Все это здесь, все это сейчас. Бадр Хари против Сабита Самедова.
те, кто не знают, что из себя представляют данные бойцы, это звезды, конечно, первой величины мирового K1. И история противостояния будет насчитывать уже третью схватку. Первая состоялась 26 сентября в Сеуле 2009 года. Там нокаут. Посоветовал, а сейчас вот налетел, вот забит налетел. Что, неужели нокдаун? Нет, посмотрите-ка, встает, но пошатывается. Такое ощущение, что забит Самедов сделал выводы. Сделал выводы из того поединка, что сейчас. Нацелен нокаутировать Бадра Хайри. Попал слева. Тяжелое попадание это было в исполнении. Забито Самедова. И сейчас пропускает уже. Пропускает от Бадра Харю. Вот тяжеленный удар. Понятно, что у Бадра были определенные проблемы. В том числе проблемы с законом, которые были... В общем, ни для кого это не секрет. И вот он опять. Вот он опять с нами. Жесткие попадания по печени. Зал непонятно, что скандирует. Не то забит, не то... Бадр Хари. Не вполне понятно. Но тем не менее. Но стартовый запал. Такое ощущение, что немножко иссяк. Забит пропустил опять довольно тяжелые удары по корпусу. Ох. Показывает, что ничего не было. Опять лоу. Хорош. Едва не попадает. Бадр Хари, золотой мальчик. Ну и возвращаясь к истории противостояния, куда уже начал. 15 марта 2013 года. Гран-при 2013 K1 в Загребе, в Хорватии. Поражение единогласным решением судей. А вот и день сегодняшний. Ох ты! А вот вам и ответ на многие вопросы. В каком состоянии находится забит Самедов и в каком состоянии находится Бадр Хари. И это только первый раунд. Еще одно попадание довольно жесткое. Еще слева. Ну что, открытый размен под концовку первого раунда. Хари, конечно, в габаритах-то серьезно забито Самедова превосходит, но тот по нему попадает сейчас пожестче. Поджимает канатом в исходе первого раунда. Еще одно, почти попал через руку. Хорошо выцеливает забит. Бэкфист на исходе. Хорош. Бадр такое ощущение, что не ожидал. Первый раунд, конечно, выдался на заглядение. Просто на заглядение. Это надо просто смотреть. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Здесь, конечно. На мастерстве все это было. Едва, кстати, не попал слева ногой по печени в контратаке. Забит, судя по всему, сделал очень серьезные выводы из прошлого противостояния. Ну и теперь что? Конечно, ему надо в обязательном порядке свою инициативу развивать. Если он Бадру сейчас даст каким-то образом перехватить инициативу, вес залпа на стороне марокканца. Статистика, но здесь статистика в меньшей степени интересна. Давайте посмотрим. Колено. Забит опускает голову с левым длинным таким боковым через руку. Старается попасть. Попал навстречу. Прямым. Попал боковой слева.
но внимательнее. Петр мощнейшие ноги, но, видимо, не до конца. Не в идеальной форме он здесь подошел. Не сказать бледная тень самого себя. Вот отворачиваться от него точно не надо. Бадр из тех бойцов, которые очень хорошо работают, если атакуют. Вышел из угла забит. Почти получилось встретить на контратаке. И, конечно, мы помним репутация. Репутация Бадра Хари. Молчи, мальчиш, плохиш, если что-то не получается, от этого парня можно ждать всего, чего угодно. Тяжелый удар по корпусу прошел, да, солнечное сплетение. Потряс забитое. Правый сбоку. Без... Контратака. Попал слева. Попадает жестко. Чуть-чуть застаивается забитое. И сейчас уже Бадр Хари, включая на полную мощность свою ударную машину. Ох, хорошо по защите. Попадет сейчас просто по корпусу. Или с подъема в солнечное сплетение. Апперкот. Хорош! Нокдаун номер два. Да встанет, конечно. Нет. Нет. Не встает. Не встает Бадр Хари. Понимает, что здесь не... Потянул на около комментаторской позиции. Здесь сейчас творится что-то абсолютно невообразимое. Ну, конечно, победа забита Самедова над великим бойцом. Здесь по-другому и не скажешь. Сейчас я искренне надеюсь, что вся эта компания не рухнет. На комментаторскую позицию понятно, что здесь народу побежало много. Поздравляет забита Самедова. Рефери и комиссар встречи призывают всех к порядку. Ну, у нас, конечно, если не сенсация, то совершенно неожиданный и совершенно уникальное зрелище мы с вами видели. Второй раунд. Ой-ой-ой. И Бадр Хари здесь не потянул. Совершенные, конечно, удары были забиты Самедова. Ох, как попал! С корпусом вложился причем. Хорошо вложился. Из колена по защите. Молодец, забит, все видел. Сумел он здесь где-то перетерпеть вот этот натиск Бадр Хари. И вломил здесь, по-другому ты не скажешь. В зале творится, конечно, что-то абсолютно неописуемое. Ну что, видимо, как раз далек был Бадр Хари с точки зрения и функциональной подготовки, с точки зрения физической подготовки от идеала. А забит Самедов многое поставил на этот бой. Многое ставил на этот бой. Конечно, он не то чтобы сильно пятился, а вот ушел сейчас с ринга. И Бадр Хари не стал присутствовать для поднятия руки забита Самедова. Неуважение, безусловно. Неуважение. Возможно, серьезная травма. Возможно, серьезная травма. Ну, кто его знает. В общем, потом все это выяснится. Остановки боя. 2 минуты 16 секунд второго раунда. С статусом, и вот вам поединок с историей. История, которая продолжилась и на данный момент для забита Самедова, это история со счастливым концом.
готовимся к финалу четверки в среднем весе. Дамы и господа,